Доброе утро, моя любимая страна. Сегодняшней темой скорой помощи будет, как правильно сделать укол. Показываю шприц, показываю препарат. Как открыть эту ампулу? Чаще всего на ампуле есть такая точечка. Это точечка, вот такая беленькая, которая показывает, что ампулка уже подрезана. Наша задача просто взять вот так и обломать. Следующий пункт. Шприц открыли, вставили иголку, набираем должный объем препарата, который нам нужен. И следующий этап – это нужно сделать инъекцию. Самая простая безболезненная инъекция – это подкожная инъекция. Покажем. Вот у нас собачка, вот шприц. Как правильно ее сделать? Предположим, мы берем кожу вот так. Вот так втягиваем. Вот вставляем. Вставляем иглу. И вводим данный препарат. Вот такая вот инъекция.